6 января нового года творческая команда Дворца культуры «Химик» подарила волшебную сказку детям с ограниченными возможностями здоровья. На сцене концертного зала для ребят состоялось благотворительное новогоднее представление «Вперед в Новый год» с участием сотрудников ДК и артистов народного ансамбля танца «Узоры». С Новым годом и Рождеством маленьких зрителей поздравили глава администрации Новочебоксарска Дмитрий Пулатов, депутат Госсовета Чувашии Ольга Петрова и председатель городской организации Всероссийского общества инвалидов Анна Кузьмина. В нашем обществе 350 детей-инвалидов с разными заболеваниями. Из ДЦП, ну, всякие заболевания, очень много их. И сегодня пришло где-то человек, наверное, 50-60. А подарков мы собрали, принесли для детей 130 подарков. Хватит всем. Ну, если кто-то не пришел, потом реабилитационный центр будет разносить по домам, по лежачим. Всех поздравляю с Новым годом и с Рождеством Христовым. Всем счастья, здоровья, всего-всего самого наилучшего. На сцене ДК «Химик» в одной новогодней истории встретились самые яркие мультгерои. Для того, чтобы подарить радость и отличное настроение в самый волшебный праздник – Новый год. Разные герои мультфильмов, разные характеры и взгляды, но их объединила одна новогодняя миссия – спасти праздник. В завершении представления персонажам любимых мультфильмов удалось подружиться и спасти праздник. Маленькие зрители увидели красочное шоу с яркими костюмами. Для мальчишек и девчонок приятным сюрпризом оказалось появление больших воздушных шаров и настоящих мыльных пузырей во время представления. Ребята принимали самое активное участие в программе праздничного представления.